Только что стоял ты рядом совсем с главным спикером на данный момент. Что-то удалось услышать? Может, какие-то перлы были? Не, пока ничего не было. Но и вы же меня оторвали, там пока что-то случилось, что люди уже улыбаются. Ну а ты вообще чего ждешь от финала? Я жду максимального уровня подготовки от наших властей, от нашего города, от наших фанатов, болельщиков мирового футбола. Я думаю, все пройдет на высшем уровне, потому что, по крайней мере, начало положено. Вот тебе нравится самому? Очень классно. Атмосфера крутая. Я уверен, что не хуже, чем было в прошлом году.